Всем привет! Сегодня хочу показать обзор. Самый первый мой обзор, до этого еще ни разу такого не делал. Приобрел квадрокоптер Mavic Pro Fly More Combo Platinum. Такая вот у него коробочка. Наклеечки. Вот в таком идет он чемоданчики. Все складывается. Здесь ручка. Ну, в общем, удобно для переноски, транспортирования. Везде все мягенько, аккуратненько. Закрывается. Все супер. Гарантийный срок у этого квадрокоптера 12 месяцев. Вот так он выглядит в разобранном виде. Полностью я его не собирал. Дальше отправлять. Сюда крепится еще два пропеллера идут уже установленные. Вот технические характеристики я вдаваться не буду. Здесь камера защищена, да, силиконовой накладкой транспортировочной. Я не знаю, что такое, либо подсветка, либо микрофон. Вот. Такие вот у него, такой вот фасад у него интересный. До этого таких не держал в руках. В комплектацию входит две батареи. Дальше вот такой вот чемоданчик, очень такой интересный чемоданчик. Я сейчас попробую одной рукой все это дело открыть. Ну, не получилось. Инструкции. Дальше здесь два провода USB, такой вот ремешок для чемоданчика, на плечо можно закидывать, пульт управления, зарядник для батареи, переходник, блок питания с USB подключением, шлейф, вот он лежит. Ну, вроде здесь я все. Так, звук у него. Звуковые карманчики. Доставать не буду. Лежат два винта, которые штатные. Сейчас нужно их установить. И комплект винтов запасных. Прям чудо. Чудес. Все, больше мне сказать нечего. Спасибо за внимание, до свидания.